Всем привет, друзья! Микрофон Алекс. Мы продолжаем смотреть за Frankfurt Major. Региональная квалификация. Юго-Восточная Азия. Это переигровки. Мы взглянем на одну карту. Команда Team Sadodo Atiga, либо просто команда Team 1-2-3 против коллектива Минески. Первая игра уже завершилась. 1-0. Минески ведут. Минески взяли Баунти Хантера и отлично его реализовали. Также был там Туск, был Слардар, был тролли на Темплар Ассасин, сыграл на 14-1-8, ну и Виверна от Касла 4-1-7. В общем, Яматех вроде забрал Шэдоу Финда, своего хорошего персонажа, своего любимого персонажа, по сути, но отыграл на нем 0-6-1. В общем, не очень отыграл, мягко говоря. И теперь нужно команде Яматеха отыгрываться. Иначе на этих перегровках Sadodo Atiga могут и вылететь. Для Минески шанс хороший. Одна победка и, ребята, победители. И за Минески, и за один Team 1-2-3 я наблюдал довольно-таки много. За Минески особенно. И команда реально сильная. Много игроков, которые могут тащить индивидуальным скиллом. Ну и при этом сама команда играет слаженно. Вот Team 2-3. Есть иногда проблемы. Иногда ребята ошибаются. Но в целом, опять же, команды более-менее равные. Я тут с корабля на бал. Неожиданно из игры Тонгфу против Ньюби мы пересаживаемся на игру Минески против Team 1-2-3. Ну, так получилось, что начинается Европа очень рано, и вынуждены мы смотреть Европу на Dota 2 Rohab, а на Dota 2 Rohab 3 мы смотрим данную игру. Ладно, давайте переходить к драфту. Команда Team 1-2-3 в пике. Туск, Undying и Disruptor. Минески отвечает Виверны, Шэдоу Финдом, Дарксиром и Виндрейнджер. В бане Алхимик, Дазл, Слардар, Прудмазер, Братрум, Кинов Пейн, Дум и Висп. Но интересно, что Дума на первой стадии не забрали, хотя такая возможность была. Так, сейчас этот герой в бане. Мне просто так забавляет, этого героя вообще никак не трогали. Level Death — это не была самая главная способность. Почему про него забыли в пике, когда была популярность лишь раков, Шторм Спиритов, которые просто при Думе становятся настолько бесполезным куском мяса. То есть тут же SF он все равно бьет. Он реально бьет. Если там нету аганиму у Дума, то бьет больно. Так же, как и бьет всегда. В общем, непонятно. Непонятно. Банится Лина. И Team Sadodo Atiga берут себе майнкари антимага. Антимаг против Виндрейнджер, против Виверны. Они уверены, что не смогут? Контроля у Минески хватает. Причем как 100%-ного, то Винтеркерс, так и шанс на стан в 4 секунды от шиклшота. Ну не знаю, друзья. Позиция, кстати, Виндрейнджер. Это будет соломит или фармящая ВРК, или СФ. Давно СФ фармящего не видел. Как-то была на него мода отправлять в легкую, а потом перестали. Может быть, снова вспомнит команда Минески о том, что СФ можно отправить в легкую. А Виндрейнджер в соломит. Radiant Team Pick. Банится Найт Сталкер, ну и нужен команде Минески хороший саппорт. Может быть, какой-то Леон даже подойдет. Знаете, вот такой вот саппорт, который антимага просто дизейблит. Может быть, Огр Маг. Ну вот Огр Маг, Леон очень мне нравится. Особенно Леон. Леон так вообще. Может быть, Рубик. Тут есть что воровать. И Глимсы, и Томбы, и Блинку Антимага, и Шарды у Туска. Ну и вот как раз из Леона, Огра и Рубика команда Минески выбирает себе Огр Мага. Бладластик, Дизейблы, Замедление. Игнайт мешает Антимагу фармить, если отправит Огр Мага с каким-нибудь Дарксиром. И там будь то Виндрейнджер с Виверной. А если в соломит, то будет очень выглядеть все неплохо. Нужен команде Team 1-2-3 мидер. Лину испугались очень сильно, но, видимо, значит, СФ соломит, а ВРК фармящая. Потому что все-таки ВРК против Лины стоит на ура. А вот СФ страдает. И это, как говорит нам анонсер Зюс. Зевс! От команды Team 1-2-3, ничего себе! Зевса мы видели давненько. Где наша Аркана? Валвы.
как раз напомнили нам всем. Так, нас выкидывает. Ага. Ну окей, ничего страшного. Ничего страшного, мы вернемся назад. Все нормально. Так. Напомню, что скоро все уже записи, все трансляции, все матчи будут залиты на наш канал. Тут Варухаб, так что заходите, смотрите в записи, если что-то пропустили. Матчи сегодня были очень интересные, были моменты, которые просто невероятно радовали. С 5 утра мы после микрофона, а по сути уже трансляции идут 2 дня беспрерывно совершенно. Ночь, день, утро, вечер, всегда есть Дота. Скоро, правда, тот праздник закончится, к сожалению, еще пару дней остается, и все. Но зато остается самое интересное, с другой стороны, самое вкусное. Я думаю, что даже есть радость на то, что осталось самое интересное. Насчет игры Newbie Tong Fu. Ребят, первая карта будет, здесь игра Минески и 1-2-3. На вторую карту, я обещаю, мы переключимся на Newbie Tong Fu. Ну, потому что надо освещать переигровки, это важный все-таки этап, поэтому вынужден я был приоритет выставить вот такие вот, ну извиняйте. Минески на топ-руне, выходит сюда Айс, Игнайтик, Вайса полетел, отогнали, он говорит, развороте подцепить бы сноубол, но только Тусик один покатился, и все, больше никого ведь нет, Арктик Бёрн. Начинают бить Айса. Кинетик Филд неплохой. Шеклшот также отличный, но продолжения не будет. Не было бы Кинетик Филда, скорее всего, был бы фраг. Но не все так просто. Уходит Джесси. С Айншеллом. Все в порядке. Все в порядке, все отлично. Ну и ланапы. Давайте посмотрим. Райер на Дарксире будет стоять в легкой 1 против антимага. Неплохо. Сюда еще смещается Касл на Виверне. Shadow Fiend. Центральная линия. Рейджем Потейта. И на топе Куку на Виндрейнджер, Нултрисман, Тангусик. Будет пытаться что-то выфармить на сложной линии. Интересный лайнап очень. Поставили Нибарку не фармить, а поставили фармить Райеру. Ну и при этом еще мешать антимага. То есть, по сути, угадали. Расклад команды Team 1-2-3. Они поставили антимага в харду. Плюс Дизраптор. Ну и тут оказался Дарксир. Все равно. Бен на антимаге, Минерва на Дизрапторе, Яматех на Зевсе, 3-4-3 на Анданге и на Туске Айс. Улетает Виндрейнджер на нижнюю линию. И антимаг, ТПА, вот сейчас бы сбить. Нечем сбить, улетает Бен. Ну и улетает также и Дарксир на топ. Да, все по плану, все по плану, все как надо. Все смещаются по своим линиям. На топе есть тут Джесси. Райер, кстати, без маны. Только на сёрдж хватает. Надо быть поаккуратнее. Ну, смотрите, Бен это гоняет. Бен по хп проседает. Нашли Тусика. Пикнуть уже почти огр свой булавой сумел, но немножко не достал. За руну идет Яматех. Ботл пополняет. Может постараться его здесь как-то развести на действие, типа так вот молнии кинуть. И Яматеха можно принимать, надо стопить. Койл, Игнайтик, Яматех молния верхняя, прожимаются стики, и Яматеха дает в разблат. Ну стики же надо было прочекать, надо было посмотреть. Более, ты играешь за Зевса. Любой мидер, там не знаю, с 3К будет всегда покупать стики против Зевса, против Леших. Против Шторм Спиритов. Я следил, что СФ пришел с Magic Wand сразу же. И две ветки еще сверху на Меку. Верку на нижней линии убивают тем временем. Там и верно, правда, может Undying убить. Soul Rip дает. Undying живет, заканчивается. Arctic Burn и Касл уходит. Хоть и очень красный, хоть и очень побитый, но уходит. Ну, обидно. Как эта Верка погибла, непонятно. Все-таки Виндран. А был ли Виндран? Виндран был, да. Прокачан. Интересно. Тогда не совсем ясно. Как? И почему? Ну, давайте посмотрим, как. Ice Shards, Snowball, 2 Декея, Soul Rip. Там и шоколшот, и пабршот, и виндран все было, но выжить не получилось. Так, Минерва. Минерву такой вот вижен. Опа. Огра находит. И Игнайтик в лицо. Плюху раз, плюху два. Файрбласт три.
Минерва, Кинетик Филд, Айншелл на Джесси, Сорж немножко не успевает, Джесси может побежать. Нет, не пойдет. Крипов надо отвести, их лучше не фармить, оставить Дарксиру все-таки. Стокорская мфраг на нижней линии, размен Виндрейджер на Андайнга, опять же для команды 1 на 3, это очень выгодно. Кэрри на... саппорту даже, да, Андайнг тут саппорт, нежели оффлейнер. На кэрри. Размен отличный. Прилетает на затуск. Он так, ну да, лейн неприятный. Это декеи постоянные, айшардс постоянный, сноубол, еще скоро тампа появится, и Верка пока страдает СФ там. Близу нафармил. Хардреску себе уже. ХП стало больше. Появляется аура. Три ХП регена на топе. Райер без маны. Тандерстрайк висит. Глимса нули. Кинетик Филд и выйдет Райер. Телепорт от Огр Мага. И на развороте Игнайтик выкинуть не получается. Сорж побежал Джейси, но недалеко он убежал. В итоге, в принципе, трактир может пойти на вазу. Есть время у Огра получить тут левел 4 даже, я думаю. Столько крипов. Куда он идет? Получи левел. Может, ты идешь. Но он ищет антимага, такой антимаг тоже на лейне. Оставит вард, понятно. Тыкнул вард, крипочки. Ну, тогда уже, да, 4 уровень не получить. Тогда уж не получить. Хотя Огра попробуй убей. 600 хп, 8 армора. Так, тут Виндрейнджер. 2 ДК я получил в лицо, 500 хп остается всего. Нужно это учитывать. На центре. Shadow Fiend. А будет Bottle. Имеет 33 крипа. У Зевса 22. Ну, в Эрке, несмотря на две смерти, по крипсату тоже все неплохо. Разница с антимагом всего лишь в 6 крипов, даже меньше. Джесси находит Минерву. Файербласт. Айншелл бы еще повесить, Айншелла нет, но убивает при этом все равно. Проблема у Джесси, правда, Джесси и застопил собственный тиммейт. Правда, можно Бена как-то попробовать поубивать, Серж, ну как ты поубиваешь, да, там дэмэджа много, антимага 72. Хотя Дарксир тоже не промах, 71, но еще плюс к этому всему. Мана брейк. На нижней линии, там Виндрейнджер. Виндран прожимает, закатывается тусик, Айшар замораживает клоуны Брейсом. Но Зевс ультует, минус Виндрейнджер, прилетает Огр Маг, но уже поздно, даже Игнайтом не достает. Виндрейнджер пока фидит, откровенно. Конечно, обвинить сложно, но Виндрана давать чуть попозже, мне кажется. Все-таки, когда уже тебе залетает этот шарик вплотную. Тебе не хватит мувспида на Виндрейнджер, чтобы побежать под вышку, и там тут закатил сюда. Ну никак. Огр занял позицию, готов заходить за спину, Артик Бьорн, выходит Виндрейнджер, вот он игнает, нету маны, мана появилась, ставится тамба, шеклшот неплохой, минус, Голдебрейс, тамбу убьет Огр Маг, и убивает тамбу, погоня, Зайсом, Айс ничего не имеет, Фаербласт в лицо получил, есть третий повершот, есть еще и шеклшот, и на том другой маны хватает, и минус, месть от Виндрейнджер была сладка, я думаю, она довольна. Фейсвудс. Ну и Колдебрейс действие. Да, Колдебрейс очень сильно решает против Туска. Если Зевс там случайно ульту не нашел, то все в порядке. Взглянем на нетворсы. 7 минут игры позади. Зевс 9800. Shadow Fiend 4200. Мека почти есть. Это 7 минут, друзья. Да, слушайте. Это еще ПТФ придача, это еще Magic Wand. Неплохо, СФ-то фармит. Ну тут Аквила нет, единственное, да. Обычно еще Аквила фармится. В минуте 9 тайминг есть, но... Ого, закатились, Виндран нажал, выбежать не получается, выбегает, Сол Рип, Зевс есть ульта, Зевс есть ульта, и надо только лишь как-то эвейдить, депаут, а Зевс, где ульта? Хватило бы, там было 100 хп, ульта где? Яматех, на Яматеху тут уже хорошо, Яматеху тут хорошо уже, и так, и без ульты, минус Яматех. Да. Как-то вот вот так вот. Как-то вот так вот вот так вот. Получается, не очень приятно. Дарксир. 6 уровень. 3 Айншелл. Первый вакуум, первый сорж. Второй сорж уже. Прокачал второй. Пока что играет без вакуума. Ну, может, это к лучшему.
SF собирает Invis, есть Requiem of Souls, 9 уровень, замакши Некромастери, замакшенные койлы, и можно делать килл на антимаге просто одним ультом. Но надо как-то прям выбрать позицию четко. Блейн подпушился, Бен выходит, ну там стоят сентри, SF. Смотря мне проходит, все нормально, и... пока не результоваться. Там Зевс все время убивает Виндрейнджер, Реквиум, бом, Бена, вакуум, убегает, Сорж, надо бежать за Беном, Бена нету, ничего, пытается как-то прятаться, вылетает еще и Виверна, Бена, тычка, да ладно, чуть не блинкаут сделал, еще бы чуть-чуть, Райер, Зевс, ульта, Колднебрейс, вовремя заморозили, минут дизраптор, телепорт дается от Туска, Айшарцы, Сноубол, покатились, Мека, Райер, жить, панч, у Айса есть, надо панчить, но надо... это не получится. Проблема в этот раз уже у Туска. Туск, вакуум получил. Тычка от Рейджем Потейта. И доминейтинг уже имеет Рейджем Потейта. Виндрейнджер там тоже убивает на центре. Андаинга подцепила. Через пауэршот шоколшот убила. Ну, вот так вот. Да нет, вру, слушай, это просто виндран. Как он тут Андаинга убил, вопрос. Просто тычками. А, фокус файер, ну понятно. Ну, видимо, да, до этого что-то еще было, кроме фокус файера, разумеется. Ни одной способности. Дизраптор. Четвертый уровень. Кларити. Эточка и телепорт. Да, бедные. 400 нетворса всего. Дизраптора. 6200 уже у Шадуфинда. Огры, Клаб, Мека, Боттл, ПТ, Маджик Вен. Просто пока... назовешься арты, уже язык заплетется. Ну, потому что, правда, фармит СФ пока как бешеный. Ну, вот антимага, персеверанс, ригу фрейдж, импорменшил, ботинок. Какого-то быстрого бэфа не будет, он покупает себе пауэртрейцы. Ну да, тут на 13-12 минуте ждать не стоит. Бену больно. Ну, я не знаю, антимаги после пика Виндрейнджер. Ну, не знаю, не знаю. Шаклшота все-таки штука такая, которая она чаще все-таки прокает, нежели нет. Тут Огр закидывает, играет Яматеха, и рядом есть Айс. Но опять же, Огр не лучше, а цель 900 хп. 13 армора. 13 армора саппорт Огрмаг. Ничего ты ему не предъявишь. Айс, смог развеялся, Джесси. Ничего, кстати, не увидел. И на топе прыгает Бен. Закатились. Шаклшот неточный. Мановойд не прошел. Остается 20 хп. Начинает напиливать куку по Бену. Сделают блинкаут. Есть тут еще и Джесси. Дается фаербласт. Шаклшот снова не туда. Пауэршот неплохой. Игнайтик. И под виндраном Айс должен погибать. Да, минус Айс. Шардами отталкивает. И один в один. Туска на Дарксира разменяли. СФ на миде. Эмотеха. Лучше быть поаккуратнее. ХП-то мало. Есть мека, конечно. Лучше не наглеть. Мека. Яматех. Койл. Койл нет койла. Ну и там и так 150 дэмэджа просто с руки залетело. Минус. И минус еще и вышка. Антимага также на топе убивает. Каким-то чудом, как он там оказался, когда можно было прятаться в лесах и делать вот такие вот блинки. Как? Как он погиб? Забирает Рейджем Потейта. Тавр, ну знаете, по такой игре команда Минески выглядит на голову сильнее своих оппонентов. 6000 по золоту уже преимущество, почти 5 по опыту. Цифры ведь не маленькие. Да. Они же линии. Туск, ПТ, Робферн, Боттл. Ну и пока все. Пока все. Огр маг, поинт бустер себе купил. Огр маг вообще не парится. Просто выход в аганим. Спокойно, без какой-либо нагрузки на то, что надо фармить там глиммер кейп и всякие форстафы. И говорит, я аганим, ребят, возьму. Все нормально. Я беру аганим. У меня появляется бесконечный стан, грубо говоря. Пока мана не закончится. И верно. Арканы, СН3. 7 уровень, Винтер Кёрс уже был в действии. В общем, все отлично. Но вот антимага все печально. Реально печально ведь. Зевс ультанул. Никого на Рошане или где-то там на опасных территориях не нашел. СФ бежит с базы. Почти у него блокинг-бар. Это все 13-я минута. Это реально на 15 минуте будет БКБ. На 15 минуте будет блокинг-бар. Вот так вот. Ну так, все можно сформить-то быстро.
на миде. Проблема Огра. Джесси занаглел. Айшардс. Удар от Яматеха. И минус. Смоук. Сразу же пойдут на нижнюю линию. Там много клиентов. Антимаг против Дарксира воюет. Ну, слушайте, еще непонятно кто кого, потому что есть Винтеркерс, потому что есть Шеклшот, притом второй есть СФ, у которого мека 12 уровень, пытается зайти за спину. Есть Дизраптор, Статик Шторм отсутствует. Есть третий Глеймс в смоках, Минески готовы принять отпор. Они просто улетают. Они просто улетают, улетает СФ. Врыв, ку-ку, на Виндра не убегает, но СФ не вовремя улетел, конечно. Винтеркерс, Пайсу, Айс, погибает, ку-ку, стики, жив, Зес без ульты, еще 20 секунд, Колден Брейс, ку-ку заморозили, СФ бежит назад. Ну да, он так просто улетел, настолько таймингово, будто вот прям его попросили, типа, улети отсюда, пожалуйста, мы повоюем без тебя. Вот это вот так вот примерно выглядело. Мы 14-7 пришли, никого не убили, отдали своего тусика. БКБ. 14 минут, даже не 15-е. 15 минут только началась. И Райер на топе. Будут принимать. Начинают бить. Райер пытается уйти. Есть, разумеется, Глимс. Глимсует. Статик Шторм. Очень-очень больно. И Манавойд делает фраг. На нижней линии. Рейджин Потейта. Пришел очень далеко. Ну там такие, конечно, плюшенцы. Айс, повершот мимо. Шеклшот также не попал. Как-то вот не идет у Виндрейнджера игра, ку-ку. Что-то попасть не может шеклшотами уже. Который раз мы видим, что не попадает. Хотя моменты есть, когда два героя, когда крип рядом, когда катапульт рядом, дерево рядом, ну чего угодно. Падает вышка. Короче, потом говорит, да давай, поболтаем, поболтаем. Ну начинает пилить так же тавр. Мека есть, ПКП есть, ПТ на ловкость даже не на силу, и то ХП все равно хватает на такой-то минуте. Но нет, Дарксира. Нету также Виверны, поэтому, наверное, лучше уйти. Hand of Midas, удар Ксира еще к этому, ко всему. Плюс Аркана, Соларинг, 15 минут, хороший тайминг. Нетворс, удар Ксира, 4-й, он перегнал уже Зевса. Ну ничего ж себе. Антимаг, Клеймор, Персеверанс, ПТ. Ну будет БФ в минуте 18-й. Даже может раньше, если не будут убивать. Но поможет ли этот БФ? И смогут ли что-то даже с антимагазом фармлем сделать, это вопрос. Потому что Огр, потому что Виндрейнджер, потому что Виверн, это все Ти-Зей-Блы. Притом очень мощные, реально мощные. Огр, выход на антимага. Зевс просветил, и Бен такой, ничего ж тебе! Вся команда энеми здесь. Бен уходит, блин, благо замакшено, поэтому все нормально. Я представляю, как там парень перепугался, когда Зевс ультует, и тут три героя находятся просто... за двумя деревьями и готовы тебя просто раскромсать на части, на куски и съесть. Но в целом все обошлось. Рейджин Потейта начинает пушить вышку. Бен, Клеймур есть, надо Бродсворд еще нафармить. Главное не погибать. Касл выбрал позицию, Арсик Бёрн заканчивается, деревья. Не сломать, потому что он сейчас застрянет в пол. Он ведь реально застрял на 30 секунд. Надо дать повершот. Берка, не подведи, дай повершот. Дай человеку повершот. Шеклшот. На Яматеха, вдруг бы он там подходил. Можно было, конечно, принять. На нижнюю линию. Направляется верно. На топ летит Дарксир. Ну, все, разошлись. Вышку забрали, молодцы, довольны все. Виндрейнджер 2200. Если это Аганим, то он появится вот-вот. Если же это какой-то Вурсап, тоже можно купить. Если это просто Стаф Визард и потом что-то еще, то... О, блин, дайгер можно купить, конечно. Бен, блин, потратил, игнайтик. Ну, ничего страшного, просто потыкать Бена. Пощекотать спинку. И БФ к нему прилетает. 17-я минута. ПТ проманшил БФ. Неплохой ведь тайминг. Ну и вот, да, действительно, Виндрейнджер с блин дайгером врываться, убивать. Того же антимага, одно удовольствие, если, опять же, давайте шеклшот. Он всегда фармит в лесу, это деревья. Деревья — это 100% килл для Виндрейнджера. Правда, они вот огоним. Крут тем, что все-таки дэмэджа больше и кулдаун меньше. Ну, ладно, поглядим. Начинаем бить. Тир 2 вышку Минески. Позиция Undying, позиции Дизраптор, в принципе, но как воевать? Антимаг в файте не будет, антимаг пушит мидл, тут закатились Касл, Зевс ультанул, еще можно дать Колонды Брейс.
И Касл просто улетает. Он просто берет и улетает. Cold Embrace не дается. Касл и выйдет Айшард. И... Да ладно, ну Cold Embrace. Да, вот он пошел. Сноубол через 3, 2, 1. Винтеркер, Касл. Тростит очень много всего. А там уже Шедоу Финт и говорит, ну здравствуйте. Панч убивает. Верну. Айшард перекрывает режим потейта. Кайл и не дать. И Тепал просто делает айс. Как же четко перекрыл. Проход. Чудо. Чудеса. Она была, видимо, сразу после того, как были даны Айшард, сделал тэп-аут. А, ну телепорт на кулдауне был. Очень, очень проблема. Телепорт был на кулдауне. 15-9. 8000 за командой Минески и по опыту около 5. Ходов Дефайнс от Дарксира. Ну и Shadow Fiend, Quarterstaff будет скоро Butterfly. Ну, а Тимага, конечно, еще планы на Владимирс, на Яшу, на Манту Стайл. И только, может быть, потом какой-то МКБ, и то навряд ли. Какой бы ТСФ без МКБ, не ясно. Магии тут не хватает, тем более с БКБ. Рейджа потает эту магию, не ощущает. То, что пробивает БКБ, тут я не вижу. Ну, типа, Манавоид пробивает, да, может, наносит. Микростан-то будет, да, но, если говорим о дизейбле магическом, с БКБ, СФ становится неубиваемым. Падач, очередная вышка. На нижней линии остается лишь вышка на хайграунде, на нижней, на центре и на топе. Ну и теперь задача заходить в ХГ. Летает Райер, Бен отгоняет, Бен бежать. Его даже никто не пытается. Подцепить СФ еще больше стал, да, под Бладбласт, он просто огромный. 200 урона, 3, 200 почти золота имеется, ну и Иглсонг на подходе. Иглсонг уже на подходе. В смоках. Минески. Антимага. Антимаг, как я понимаю, должен был все видеть. Прячется в лесах. И команда Минески никого не найдет. Ставит вард. Ну и все. Уйти. Телепорт делает антимаг. Все очень аккуратно. Ну что, Рошан какой-то. Рошан есть. Там, правда, сигил стоит. Но даже этот сигил особо не повлияет. Потому что на что сделают 1-2-3? Сбивает линку, начинает бить куку, фокус флайер, очень быстро, очень больно. Под минус ауры еще, плюс от Шлупинда. Смещается, 1-2-3, Айшард, Зевс ультанул, просел здесь Огр Маг, ставится тамба. Рошан убить не получится до конца. Так, видели тамбу, повершутали, но надо вижен еще дать. Что? Не видел тамбу. Ночь как никак. Рейджа потейта. БКБ. Нажал. Не знает, кого убить. Подцепили. Куку. Куку живет. БКБ в никуда уходит. Вакуум. Хотя бы айса. Айс. Тычка. Повершот минус айс. Хорошо. Байбек от Туска. Там Рошана. Пытается прийти антимаг забрать. Да ладно. Вот это он жесткий. Ну тамба скоро чистит. Тамбы не будет. Не будет и секунд 40. Но не будет и имейки. Не будет БКБ. Что-то финда. Антимага чуть не подцепили. Винтеркерс, по Эмотеху, Зевса, надо убить, ставить Статик Шторм, неплохо, Эмотех живет пока что, Эмотех, Бластоун надо использовать, ловит Шеклшот, погибает Эмотех, Райера, Колны Брейс, не спасает, минус Райер, размер пока что 2 в 1, Куку пытается убежать, глимсанули его назад, может быть и не стоило бы его глимсовать, да, ошибка, так бы убили бы, висит урна, должна Верка жить, живет Верка, покупает, вот, забирает СФ, Аегис и все. В итоге на байбек развели. Убили Туска. Давайте Фарика, в принципе, посмотрим. Убили Зевса еще при дачу. И получили Аегис. Так что команда с собой довольна. Пайп от Дарксира. Ну, экономика растет и растет. Да.
Огр Point Booster, Огр Клаб. Еще немного и будет Аганим, по сути, 200 золота. Но опять же, того же антимага ловить будет просто. Для антимага нужно думать о появлении каком-то блокинбаре, что ли. Попозже, конечно, тут много чего нужно. Там и бабочка на подходе. Ведь реально на подходе. Коттерстав лежит. То есть там буквально 100 золота. В рейв шоколадшот. Немножко не попадает куку. Пытался об крипа, но я матех просто улетает. Просто улетает. Виндрайджер, Огр Клаб. Надеюсь, будет какой-то Аганим. Уж очень сильно некрасиво смотрится. Аганим на данном герое. Настолько он полезен, что недооценивать это просто не имеет смысла. Зевс. Helm of Iron Will. Ну, будет выходить Veil of Disguard, дабы хоть как-то в файте наносить дамаж побольше. Да не только ему, и те же Айшарды, не тоже Дизраптор со своим статик штормом. Все это дамаж будет наносить намного больше. Ну, хоть так. SF, Butterfly, БКБ, Мека, Аегис и Power Tricks. 15 тысяч на Торс. Антиманг-то при этом все-таки уже топ-2. И потихоньку он фармит, фармит, фармит. Виндрейнджер уже все-таки Аганим взяла. Ну что? Как думаете, сможет ли этот антимаг тащить? Сомневаюсь. Глеймс. СФ вернули назад. Он не против, мне кажется, даже. Ну, хотя вышку придется отдать в таком случае. Верка прибегает. Шаклшот. Ну вот, вот, шаклшот. Плюс. Фокус флайер. Еще бы немного убили бы. Прилетает Касл. Касл. Бена. Подцепить, может быть, получится. Бена, найдут ли? Улетает. Как же тут играл с огнем, Бен. Сделал бы куда-то сюда, блин, каут, может быть, ушел. Подцепили все-таки Виндеркерк, шоколшот, на Минерву слишком много тратит. Фокус файров тут. И шоколшота вполне бы хватило, но... Да ладно. И по миду минески идут, есть Аегис, нужно его как-то использовать. Дизраптора нет, кстати, шторма 45 секунд. Зев с ультой, но опять же он особо ничего не имеет, кроме Бладстоуна, который ему толком-то ничего не дает для хорошего файта. Не считай там под регена после смерти. Яматех, фаербласт. Яматех ульту дает, погибает. Здесь байбеку Яматеха нет, не будет его полминуты. Джесси, Колденбрейс, заморозили. Джесси живет, Айшард, Сёрж. Еще фаербласт на развороте. И на тебе еще станчик от Аганима. Возвращает назад. Очень много времени на Джесси тратят. Там мили барак падает. Джесси как бы доволен. Он погиб, зато барак на мидию 1, 2, 3 падает. Бьет СФ. Панч по виндрейнджерам. Нажимает виндран. Бьют также и тамбу. БКБ еще режим падает и имеется. Шеклшотик бы дать. Шеклшотик дается, но не попадает. 120 хп. Врывается Бен. Мановойд. Мановойд. 500 дэмэджа минус Виндрейнджер. СФ уходит. Нет, СФ не уходит. Он фармит дальше. Он такой... Не, ребят. Так, БКБ. Ой-ой-ой-ой, что за БКБ? Что творит Шедуфинт? Что творит Шедуфинт? Лол! Что ты делаешь, парень? Что он сделал? Что он сделал? Непонятно. Так, у меня что-то пиликает. Надо отключить. Что это было? То есть парень оставался на 50 хп, нажимает БКБ и умирает. Так, у меня доту тропает, да? Дота. Нет, все нормально. Это было любопытно. И он столько денег сейчас отдал. Но реально отдал много. Атимак пропушил. Но они забрали бараки, но не ценой же, собственно, жизни, байбека и стрика. 7-0-3 было до этого. Ну, не знаю, друзья, не знаю. Так делать нельзя. Там косаря 2, а то и 3, я думаю, с одного героя вся команда получила. Получила нормально, в общем. На топ летит СФ. Надо туда души найти. Теперь, ну, это не проблема, опять же. Смотрите, пачка крипов. Еще пачка крипов. Вот уже 26.
Ну и вот графики, да, с 13 тысяч до 10. 3 тысячи за счет СФа отыграли, ну и не только СФа, там еще и друг, всей команды поубивали, это и Дрэнджер тоже, и Виверну. Но сторона пала, да, и теперь будет выход на второй сторону. Вендран, Фоксфайр, по вышке вот так тихонечко, без дота, ред дота. На 600 хп, Айшард, Куку, закрыли, панч, Куку, умирает Куку. Кстати, Шторм, Метеркерс, по троим, летает Рейжи Патейт, Реквием оф Соулс, хороший, минус Ямотек. Бить Айса, Виндрэджер, байбек, понимаешь, что вот этот вот час успеха, надо идти, лететь, тамбу, Рейжи Патейта убивает, Бен, есть ульта, есть Манта Стайл, Бен, уходит на блинкауте, там такие плюхи от Рейжи Патейта, что лучше не суваться, если нет никакого там башера или подсейва от тиммейта, байбек от Зевса, Зевс без ульты. Три заряда в Бладстоуне всего лишь остается. Под Бладстоуном СФ разрывает кабины просто адово быстро. Верка прилетает уже очень быстро сюда. Бежит. Бен. Надо джекл-шот. И джекл-шот не совсем точный. Виндран. Отличный. Файрбласт от Огры. Минус антимаг. Антимаг без байбека. Где твой байбек? Где твой байбек, друг? Он мантистайл, видимо, лежит. Вот он байбек. Вот он байбек. Вот он. Вот он. Они, видимо, не знают, что байбека нет. Потому что они могут и заканчивать уже как бы. Дают шанс. Они дают шанс. Дают шанс на то, чтобы как-то откомбэчить. Да, антимага дают шанс. Потому что, по сути, команда Минески могла сейчас игру закончить. Но почему-то они не пошли. Барк там крипов держит. Ничего себе. Блинк даггер от Виверны. Глиммер Кей, блинк. Еще 2200 имеется ли она его продала? Она его продала. Ага, решила что-то другое надо брать. Морфор Стаф обычный. Купит. Посмотрим. Держит рецепт на сатаник. Для кого, стесняюсь спросить? А, для СФ. Чужой ПТ на лавке. Прикольно. Насколько они жесткие. В чужой ПТ на лавке держит рецепт на сатаник. И видят его себе уже, кстати. Без байбека остается, на теории убить его становится почти невозможно. За спину. Заходит. 1, 2, 3. Можно неплохо ворваться. Ставит вард. Все видят. И... ну, как подцепить? Как подцепить? Чем? У них нет никакого интеркерса, у них нет таких мощных дизейблов. Яматех, выходит! Риф на куку! Статик шторм на куку! Поставили! Интеркерс! По Минерве! Минерву бьют! Живет Минерва! Минус Виндрэджер, размер на Туска пока что. СФ поют с иллюзиями, остаются без маны. Так, пока неплохо все для команды. Минерски складывается из-за того, что Бен без ХП. Джесси, есть стан, стан дает, мультикаст не прокнул, не повезло, начинает бить Рейджем Потейта сатаником, не отъедается, а вот пора бы, сатаник, пошел бой, фулл хп Рейджем Потейта, таск, ворвался, дал панч, стяжка, по двоим, Яматек делает суицид, не буду его 50 секунд, айс, Лотар уходит, и буду угадывать, сейчас Рейджем Потейта, нет, не будет. Один в один разменялись, если все правильно, а, байбек от Туска еще был, да, Туск сделал байбек, Туск сделал байбек. Ну, так или иначе, остается одна сторона. Так-то. И БКБ уже почти откатилась. Сатаник также откатился. Антимаг мата стал есть. Прожимается глиф. Есть пайп. Антимага подцепили. Уходит он в глеймер. Вижена у команды Минески нет. А, нет, есть. Слушайте, есть гем. Не знаю, почему не пошли. Уходит Рэжи Патейт. Бенвиз начинает Бена напиливать. Были бы там криты, скорее всего, еще и убил бы. Дизраптор, как же больно. Врывается с дизраптором. Эффект потребления работает. Режим Потейта убивает антимага. Антимаг моментально байбек. Айса видит. Минус айс. Айс уже без байбека. Три героя дефит. Третью сторону, но это good game. Манавойд. Неплохо, но недостаточно. Прожимается мека. А сатаник. Сатаник. Надо отъедаться. Сатаник. Он отъедает. Режим Потейта становится фулл хп. Бен. Шеклшот. Ну и... ну что ж. Команда Минески побеждает со счетом 2-0.
И, как я понимаю, она проходит на плей-офф квалификации. 1-2-3 покидает квалификацию. Рэмпейдж от Рэджа Потейта под конец. Но отыграл он действительно как царик. 16-1-4. Была ошибка, когда он здесь прям стоял под бараками, но в целом отыграл круто, и майонезские молодцы заслужили слот в плей-оффе. Будут они сражаться именно там, плей-офф уже, как я понимаю, начинается прям сейчас, прям совсем скоро. Так, ну а здесь будет, короче, если что, матч Тонг-Фу против команды Ньюби. Как он начнется, вторая карта, мы обязательно к ней присоединимся и начнем смотреть. Пока отдыхаем, небольшая музыкальная пауза, и вернемся, как начнется противостояние Ньюби и Тонг-Фу, карта номер 2.